Жилой комплекс бизнес-класса «Небо» находится на Мичуринском проспекте в районе Раменки, Западного административного округа Москвы. ЖК «Небо» стоит прямо на берегу реки Раменки и окружен парками и лесопарковыми зонами. Локация комплекса очень знаковая. Здесь располагается научная и образовательная элита столицы и много исторических объектов поблизости. Комплекс «Небо» — это три небоскреба, соло, фэмили и тандем высотой 51-52 этажа, стоящие на общем стилобате с собственной террасой в 4,5 гектара. Дома построила компания Capital Group, лидер среди российских застройщиков в сфере элитного жилья. Девелопер работает 27 лет на рынке жилой и коммерческой недвижимости от элит до комфорт-класса. Capital Group использует новейшие технологии в строительстве и тщательно следит за качеством. Стиль застройки выглядит очень современно и грандиозно. В облицовке фасадов башен использованы металлические пластины, а на верхних этажах установлены колонны. В комплексе предусмотрено 1300 квартир, от студий до двухуровневых пентхаусов с собственной террасой, в том числе варианты от 1 до 4 комнатных. Квартиры небоскребов имеют роскошные виды на парк и городские панорамы. Для безопасности жильцов установлена электронно-пропускная система и видеонаблюдение. Входные группы выполнены с элитной дизайнерской отделкой. Здесь установлены стойкий ресепшн и скоростные лифты. Обслуживает комплекс ООО «УК Смартзапад», который относится к ГК «Смартсервис», работающая в данной сфере с 2016 года. На подземном этаже построен паркинг на 940 мест. На собственной территории ЖК «Небо» имеются все условия для комфортного проживания жителей. Кинотеатр, детский клуб и другие коммерческие объекты торговли и социально-бытового предназначения. Приватная территория для резидентов организована прямо на стилобате новостройки и находится на уровень выше от земли, поэтому жители могут насладиться уединением от глаз посторонних. Здесь реализовано целое пространство для отдыха и досуга, сад, зона для детских игр, спортивные площадки, места для прогулки и отдыха. В районе «Небо» для развития детей и молодых людей имеется все, что необходимо. Детские сады, образовательные учреждения, школу номер 1038 и 1448, вузы, МГУ, Академия ФСБ России, спортивный центр, горнолыжная школа, центр развития и многое другое. Шуваловская школа номер 1448 включает в себя несколько структурных подразделений, в том числе дошкольные учреждения и дополнительного образования «Центр ДАР». Школа находится рядом с заказником долины реки Ситунь и Мосфильмовским прудом. Дети в перерыве и на продленке могут гулять по парку и кормить уток в пруду в сезон. Детей готовят к Олимпиаду по предмету, и многие из них приносят награды, в том числе во Всероссийской Олимпиаде. Московский государственный университет имени Ломоносова, находящийся в паре кварталов, входит в самые значительные рейтинги вузов и занимает в них высокие позиции. Самый классический университет России готовит студентов по большому выбору самых востребованных специальностей. Выпускники МГУ имени Ломоносова пользуются большим спросом у работодателей. Жилой комплекс «Небо» ценится не только своим природным окружением самых зеленых мест Мичуринского проспекта, но и развитой внутренней и внешней инфраструктурой. Внутренняя территория продумана до мелочей. Высокое качество используемых материалов в отделке, просторный холл с лаунж-зонами, оборудованные зоны во дворе для детей и взрослых, стильный и лаконичный дизайн зданий и мест общего пользования. ЖК «Небо» — привлекательный объект для тех, кто ценит вкус и качество. Агентство недвижимости «Чесноков» является экспертом данного проекта. Тысячи семей сделали правильный выбор с помощью наших специалистов. Каждый из них получил удовольствие от выгодной покупки, а также сэкономил время и деньги. Помощь в подборе подходящих вариантов осуществляем бесплатно. Номер в описании. Добро пожаловать, друзья!